В Якутске совместно с прокуратурой ведется большая работа по обеспечению законности, сохранению экономической и социальной стабильности. Айсен Николаев совместно с заместителем генерального прокурора России Дмитрием Демешиным, прокурором республики Максимом Поповым и руководителями ведомств и правоохраны подвели итоги работы за прошлый год. Один из главных итогов совместной работы – восстановление прав 1766 обманутых дольщиков. Помимо этого, в ходе коллегии были определены задачи на этот год. Дмитрий Демешин поставил региональной прокуратуре и органам власти ряд задач и поручил принять действенные меры, направленные на повышение качества жизни якутян. Жалобы в прокуратуру республики обратилось 30 тысяч человек. По результатам проверок каждая шестая удовлетворена. На личном приеме принято свыше 5 тысяч заявителей, из которых руководством около 4 тысяч. Практика рассмотрения обращений граждан, взятых под личный контроль Генеральной прокурорской федерации, применяется также при проверке иных сведений о нарушениях комплексно и всесторонне. Прокуроры выезжали в отдаленные населенные пункты, выходили в трудовые коллективы, а также в социальные учреждения. Состоялась совместная прием с главным федеральным инспектором, руководителями правоохранительных органов, уполномоченными, а также общественными организациями.